Очередное добрейшее утро, ребята. Погода классная. Сегодня я буду рыбачить на поплывок прямо с берега. Опарыша еще много. Кукуруза есть. Сегодня будем дубасить все, что попадется на поплывочек. Особое удовольствие. Этим сейчас и займемся. Поехали. Ребята, такую придумал. Поставил большие груза. Такие вот оливки. Здоровые, наконец. Лески основной и поводочки. И бомбарду так оснастил. И поплывок. Будем пробовать сейчас таким образом ловить. Так, тут за нижний прицелим крючок кукурузину на поплывке. А за верхний опарыш. Посмотрим и будем потихонечку дрейфовать по течению. Посмотрим, что у нас получится. Сейчас я вот так вот придумал сделать. Мне кажется, тема рабочая. Сейчас посмотрим.
Так, короче, вот так вот сломал любимую удочку свою. Просто зацепился и переломилась. Хорошая, дорогая. Много лет уже служила. Придется с ней расставаться. Торжественно. Прям поперек. Придется приобретать новую. Порядка 5000 где-то рублей. Наверное. Сейчас. Помойку. Помойку. Так. Опа. Тут, оказывается, еще и бычки есть. Такой бычок заплыл. Зачем ты ребенка? Видишь, присоска такая, чтобы к камню прицепляться. Зачем ты взял его? Для коллекции. Он так раз к камню присосется. Опа, густерка. Рушмари. А? Угу. Так. Куча чебаков. Зачетный. Не знаю, я как-то не хочу. Хочешь, захотелось бы? Вчера вроде тоже тебе не хотел. Ну, а что-то я как-то... Ну, короче... В этот день ничего уже не снимал. Ловились чебаки. Бычка поймал даже. Кого-то. А вот. Ну, это всякая мелочь. Трофейного такого, ну, ничего не было. Сегодня мы уже собрали вещи. Завтра с утра выдвигаемся в Волгоград. Будем гулять по Волгограду 3 дня. Сейчас вот кушаем арбуз. Соответственно, монтирую для вас очередной шедевр. Да. Ну и, соответственно, завтра двигаемся. Увидимся уже с вами в пути. Так что, как говорится, оставайтесь. Не переключайтесь и, главное, делитесь видео, что помогает продвижению канала. Аж ухо зачесалось. Оп. Давайте, до завтра. Доброе утро, ребята. Сегодня пасмурно. Мы собрали все вещи. Отправляемся сейчас в Волгоград. Там еще не были, будем осматривать город-герой. Ехать нам порядка 300 с лишним километров. Сейчас быстренько это расстояние преодолеем. И в гостинке у нас забронирован номер. Там остановимся, приведем себя в порядок. Ну и, соответственно, отправимся на прогулки. Давайте, едем. Better go take it. Always they need a new replacement.
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ребята, мы с Аллой вот уже в Волгограде поселились в гостинице, как и планировали. И сейчас мы идем на речной вокзал. Попробуем сегодня с вами покататься на теплоходе. Алла против. Увидела, сколько стоит теплоход. А мне хочется именно через шлюзы. Поэтому сейчас идем по навигатору. Фиг знает куда. Просто идем. Еще хочется заглянуть куда-нибудь перекусить. Погнали! Как Алла выражается, натрескали сейчас, как лоси просто. Вот за моей спиной. Заходили в столовую, наконец-то пообедали, а то прям сил никаких уже не было для гуляний. Ну, соответственно, отправляемся сейчас дальше на набережную искать речной вокзал. Он где-то там, где-то вдалеке. Хотя пойдем узнаем. Сил у нас сейчас немерено. Зашли сейчас в Александровский сад, и тут какая-то библиотечка. Нет. Ну, кто в парке сидит, видимо, взял книжку. Взяли, полистали, положили диски. Взяли, послушали, положили. Пушкин, лирика. Английский язык. Вот я бы взяла Пушкина. Если бы мы посидели. Положьте, Алла. Мы же не это, не будем сидеть в парке. Блок. О, даже диски есть. Может быть. Это Александровский собор. Религия не особо интересует. Да. А, прямо философией-то вы точно увлечены. Учебник. Угу. Кто-то сдал экзамен. Тут даже с компьютерами можно сидеть. Это ты с чего взяла? А вон летит. Подключаешься и сидишь. Поработаешь. Ишь ты в самом деле. В самом деле. Идем? Вон он какой красивый. Собор Александровский. Маршрут перестроен.
Там уже это Алиса заблудилась. А, мы должны были прямо. Нам вот туда, мимо здания вот этого Волгоград отеля. Мы сейчас вот, да. Ой, на фонтанчик пойдем. Вот только хотел сказать, фонтанчик все посмотрим и пойдем. Потому что. А, ладно, качельку. Я пусть фотографировать. Давай. Говори, где? У фонтана, значит. Там? Там. Хорошо. Пойдем. У фонтана. Маршрут перестроен. Алиса сейчас скажет, вы куда, блядь, вообще? Поверните налево, а затем поверните направо. Такое себе, я тебе скажу. По нему то бегать, знаешь, как в жару хорошо. Затыкать? Да. А? Почему? Люди же откуда-то идут. Пошли, нам туда. А, ну вот. Нам вот туда. Прямо? Да. О, мужчина с ревком. Да, нам прямо. Ну да. Там памятник защитникам Царицына. Музыка играет военная. Здесь вечный огонь. Ходит Алла. Вон она из-за веток появилась. И вот он, табличка «За свободу». Такой большой монумент. Такой памятник. Это все, вот мы идем по пути сейчас к этому. Господи, к речному вокзалу. Музыка играет патриотичная. Вот тоже здесь похоронены, написаны героические защитники Красного Царицына. А вот он, кстати, и вечный огонь. Все пытался понять, где же здесь огонь. Вот он как раз, вечный огонь. Ну и дальше. Это, кстати, это, очевидно, тот самый тополь, который выстоял именно в годы войны. По-моему, это он. А вот эту универмаг, блин, деревья скрыли. Его восстановили и так и оставили, как есть. Его разбомбили, там наверняка какая-то есть интересная табличка. Пойдем вместе, потом надо вернуться. Потому что вот это, по-моему, тот знаменитый тополь. Пойдем, Ал, посмотрим, что за табличка там. И листья, кстати, уже везде желтеют. На юге тоже уже наступила осень. Тополь – это исторический памятник. Он пронес, написано, жизнь свою через битву великую. Огромный тополь. Уже его никто не трогает. Он прошел через войну, соответственно. Растет такой большой, огромный. Стал как памятник природы. Да, и опять мы встречаем Аллу. Она опять изучает здесь. Руис. А, Руио. Блин, затёр какой-то. Герой Советского Союза. Аллея героев. Опять Аллу потеряли. А, вот она. Рубеж.
здесь у них имена. Кругом таблички, и кругом ходит полиция, сторожит, чтоб никто у меня камеру не отобрал. Волгоградцы, герои Советского Союза и кавалеры орденов славы 3 степеней. Герои Союза, удостоены звания за подвиги в Сталинградской битве. Что ты говоришь там? Царицын, Сталинград и Волгоград подарили миру целую плеяду прекрасных артистов, музыкантов, художников. Наш город во всех песнях и художественных произведениях. Ему посвящены прекрасные живописные полотна, документальные и художественные фильмы. А вот это вот вокзал? Вокзал-то это? Мы еще можем не попасть с тобой на этот, на теплоход. Ну да, еще пару раз, пару фотографий, точно не попадем. Ну нет и нет, что, завтра, послезавтра. А, ну то есть ты все-таки хочешь не попасть? Нет, пойдем. Вот когда будет смотреть? Я не понимаю, будет сегодня или завтра. Никто не понимает, когда деньги уродят. Что происходит? Смотри, там какие-то эти штуки белые. Я видел. Мне нужно идти. Мне нужна дорога. Ну, здорово. А ты говорила. Я же говорил, что надо слушать супругу. Она знает, где какую корабль отходит, заходит. Да? О. Алла, давайте вы. Thank you.
Ух, ребята, отлично погуляли. Все уже стемнело. Мы сейчас вернулись в отель, покатались на теплоходе, доехали от Харабалей до Волгограда. В общем, всю программу минимум мы сегодня выполнили, посмотрели некоторые замечательные достопримечательности. То, что хотелось увидеть именно в Волгограде, присуще этому городу. Ну, соответственно, сейчас идем домой отдыхать. А завтра с утра у нас дальнейшие интересности. Мы уже возле отеля здесь. Так выглядит город. Живем рядом с центром. Ну, в общем, все. Давайте, ребят, до завтра. Завтра уже увидимся.